Сегодня утром в аэропорту Якутска обнаружили бесхозную сумку. Подозрительный объект увидели бойцы группы быстрого реагирования при патрулировании здания. Место обнаружения сразу же оцепили и вызвали туда кинологическую службу. В районе 9:30 при патрулировании территории аэропорта сотрудниками группы быстрого реагирования аэропорта Якутск была обнаружена бесхозная сумка с неизвестным содержимым. В соответствии с инструкцией сотрудники службы безопасности оцепили территорию и вызвали к месту обнаружения кинологическую службу аэропорта и полицию. В ходе осмотра было установлено, что найденная сумка опасности не представляет и содержит строительный мусор. В 12:00 оцепление было снято.